Всем привет! Вы на канале Яна Кляйн. Как у вас дела? Если вы еще не подписаны, подписывайтесь! Да, у нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть пакетиков. Давай покажем сначала ребятам. Называется Pocket Box Dogs. Это какие-то сюрпризы в виде собачек. Написано в одном пакетике. Одна коробка, одна наклейка, две мягкие мини-собачки и миска. И у нас три коробочки. Вот здесь собачки видны, а три где не видны. Вот я на одну, которая не видна, уже и открыла. Давай будем смотреть, что за мини-собачки. Здесь такая брошюрка. Коробочка какой-то, альпийский лук, как в Германии, помнишь? Да. Давай посмотрим, что вот это. Какой-то коробок. Ой, он как 3D там внутри. Да, вон собачка там двигается. Давай посмотрим, какие собачки попались. Покажи папе. Какая? Вот это миска красная. А собачек покажи. Давай сюда собачек. Сразу их найдем в каталоге. Здесь вот указаны собачки, которые могут попасться. Кто-то с желтым. Они нарисованы здесь не полностью. Невозможно понять, что это. Какая-то белая собачка с желтой спинкой. И это, наверное, спаньель, щенок. Очень красивый, он мягенький. Две собачки и миска. Яна уже открыла новый сюрприз. Давай смотри, какие здесь собачки будут. Ой-ой. Зеленый. Зеленая миска. Здесь домик нарисован. А какая наклейка? О какой наклейке они говорили? Тоже 3D собачки. Подожди, мы не успеваем. Это дог черный. Либо доберман. А это кто? Ну, это какая-то охотничья собака с белой мордой. Давай посмотрим, может мы его найдем здесь. А, это может боксер или нет? Непонятно кто. Они их плохо подписывают. Вот сюда, всех собачек, да, в одну корзинку. Может, достаем? Да. Ты прям пакетик два раза открыла. Вперед и назад. Сюда. Какая же наклейка? О какой наклейке они нам говорили? Наверное, наклеечка это вот этот домик имеется в виду. Домик, вот альпийский лук. Показывай собачек. Ой, какой-то мохнатый коричневый пес с кучерявым хвостом. А это кто? Это на овчарку немецкую похоже. Давай покажем. С черной спиной. И он серенький. Какие-то новые сюрпризы. Мы первый раз их увидели сегодня. Давай смотреть, что там. Оранжевая миска. Огонь миска. Ой. Так, а что за собачки? Давай смотреть тоже. Это Колли. У нее белый воротничок, как у льва. Черные ушки. А это кто? Ну, это, наверное, какой-то спаньель, только взрослый. Там у нас был маленький, а это взрослый спаньель. Ой, все поломал. А вот здесь коробочка с каким-то другим рисуночком. Здесь камин и лампа. Давай пакетик. Зеленая миска попалась. Давай собачек посмотрим сразу. Тоже или доберман, или дог. И тоже вот, наверное, боксер это. Был у нас такой, попадался. И осталась зеленая миска вот здесь. Все нормально. Миски мы сложили как положено. И у нас последний остался сюрприз. Миска. Синяя миска. Вот так вот.
аккуратненько открыли. И что здесь у нас за собачки? Синяя миска. Белый, очень красивый, мохнатый. Не помню, как его зовут. Кто же это может быть такой? А, это белый терьер. Нет, вот это не белый терьер. Вот белый терьер. Вот белый терьер с черным носиком и черными глазками. А это хаски. У него вот хвост колечком. Серенький, голубые глаза. Вот красивые. Смотри, голубые глаза у хаски. Ну что, Ян, у нас получается 12 собачек маленьких. Вот, эта собака у них будет предводителем. Он большой и главный. Да? Мяу, мяу, мяу. Мяу? Эта собака говорит мяу? Он разрушитель. Он призывает всех к порядку, чтобы они не гавкали, да? Очень хорошо. Все, собака закончила построение? Нет. Ну что, тебе понравились сюрпризы? Нет. Ребята, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии к ролику. До новой встречи, всем пока! Пока!